Всего 5 месяцев. Всего 5 месяцев. Потом эта организация, она называется здесь «Кристалл». Потом эта организация по решению суда просто расстреляет моих детей. У нас есть всего 5 месяцев. Девчонки, дождь льет, не переставая. Это просто какой-то ужас. А мужики у меня молодцы. Правда молодцы. Сейчас сначала стены сделаем, потом все вместе полезут крышу накрывать. Ждем хоть немножко, чтобы перестало течь. Простите, девочки, но у нас так тесно переплетена боль, радость, работа, праздники. Ну все. Именно у нас. Вы никогда не замечали, как по-сумасшедшему летит у нас жизнь? Именно в лохматой душе. Девчонки, у нас не бывает тихо, у нас не бывает скучно, у нас не бывает спокойно. У нас или радость до пляски, или боль, и если пашем, то пашем. Знаете, вот действительно всегда удивлялась людям, которые говорят: не знаю, куда время деть. Представляете? Недавно смотрела кино, ну не недавно, это год назад где-то, как там время покупали. И вот думаю, вот бы мне так пойти и покупать у кого-нибудь время. Как было бы здорово, и как много я бы могла успеть. Не представляю, как можно жить по-другому и говорить, что время медленно тянется. У нас оно летит так по-бешеному, что вообще не знаю, когда жить. Здесь главное практичность. Почему? У меня 16 лет приют, и я знаю, в каких местах собаки могут порвать сетку. Именно поэтому такое жесткое требование именно к низу. Я сказала, я все время их предупреждаю. Все время жестко говорю: ребята, главное укрепить низ вольера. Верх фиг с ним, мы как угодно можем его добавить. А низ должен быть очень и очень твердо сделан. Собаки рвут внизу вольеры обычно. И зубы у них как плоскогубцы. Поэтому проволока у нас куплена самая толстая, 2,5. И опускать ее надо ниже. Но надо контролировать, ребята. Контролировать каждый день. Я просто, наверное, не успеваю все проконтролировать, а должна. Значит, надо более жестко держать саму себя на контроле и проверять все. Тем не менее, ты посмотри, сколько уже сделано. Это, может быть, кажется, что мы медленно работаем, а на самом деле ты себе не представляешь, какая там страшная земля. Глина, которую не берет ни бур, ничего, и мы ее долбим и ломами, чтобы вот эти дырочки сделать. А ты представляешь, сколько дырок надо насверлить, чтобы сделать, поставить столбы для вольеров? Ты просто представь себе, что это такое. Это ад. Это очень тяжелая, страшная работа. Чернозем здесь у нас мягкий, крутится очень быстро. Там, я смотрела, мужики вдвоем бур держат. И его вырывают у них из рук, потому что бур глину спрессованную взять не может. Всеми силами закупаю материалы, все, что только можно сделать, чтобы работа не останавливалась. Это привезли железо. Привезли железо. Теперь нам хватит закрыться забором. Общая сумма у нас получается на 248 тысяч. Это пока. Принять машину – это бешеные деньги. Это бешеные деньги. К тому же, если нанять машину, он дыры будет делать, как под сваи. Понимаешь, у них нет маленького бура, я смотрела. У них большой бур, а это в диаметре 0,5 метра. Такие дыры, которые потом мы замучимся закапывать. Вот еще в чем дело. И цены бешеные. Это я в день буду выкидывать, в день за работу трактора. Трактор за день все равно это не сделает. Объем слишком огромный. Вот я сижу и думаю, что делать. Ну ничего, все у нас будет хорошо. Все у нас будет хорошо. Давайте запрограммируем себя. Скажем 100 раз себе, что у нас все будет хорошо. И у нас обязательно будет. У всех нас, девочки. Не только в приюте. В каждой семье, в каждом доме, в каждом сердце. Все у нас будет хорошо. Спасибо вам, мои родные. Я вас очень люблю. Правда люблю, девочки. Мне очень повезло. У меня самая потрясающая команда. У нас есть то, чего нет у других. Сплоченность. И я благодарю вас, девочки. Я благодарю вас за то, что вы такие хорошие, замечательные, отзывчивые, добрые. Спасибо, мои лохматые души. Спасибо.
Добра вам, от всего сердца добра. Девчонки милые, отзовитесь, прошу вас. Объявление. Нам срочно нужен 2 контейнера морских длиной 12 метров. Стоят они по 80 тысяч. Нам кровь из носа срочно надо достать 160 тысяч. Плюс 14 тысяч за доставку. Это для того, чтобы сделать мастерскую и склад. Это просто жизненно необходимо. Они очень удобные, они хорошие. Я их осмотрела, но нам срочно, если дожди начнутся, у нас просто половина все остается под открытым небом. Срочно нужно бросить клич, чтобы собрать 160 тысяч на эти 2 контейнера. Длиной 12 метров, ширина 3. Великолепные контейнеры, очень хорошие. Поставим их на фундамент, и будут обалденная у нас мастерская и обалденный склад. Помоги, пожалуйста, срочно кинуть этот клич. Я все деньги уже потратила, у меня ничего нет. У меня не хватает денег на эти контейнеры, я ничего не могу сделать. А они нужны срочно. Я прошу тебя, миленький, брось клич срочный. Готовим место под контейнера. 2 контейнера по 12 метров. Готовим место под эти контейнеры. Надо обязательно фундамент сделать, когда их привезут, чтобы было куда поставить. Наша жизнь сейчас и наша стройка зависит только от информационной поддержки. Чем больше информации каждый день, девочки, у нас очень мало времени, у нас каких-то 2 месяца. Жизнь наших собак, на жизнь наших собак отпущена 2 месяца. Я прошу вас, давайте не будем забывать об этом, я очень вас прошу. Я не знаю, какие призывы и как говорить, я обращаюсь к вам. Мне надо, чтобы вы как можно больше, ребята, обратились в соцсетях. И попросили ваших друзей, именно попросили очень сильно, что друзья, все, кто мой друг, бросьте, пожалуйста, призыв лохматой души дальше. Понимаете, просто попросить. И если они действительно ваши друзья, я думаю, они смогут перекинуть ваш пост дальше. Именно попросить ваших друзей, если они считаются вашими друзьями. Заодно и оцените, правда ли они ваши друзья. Перекинуть пост – это не такая большая услуга. Просто перекинуть пост, если они не могут помочь. А пост перекинуть – это огромная помощь. Поэтому, девочки, пожалуйста, давайте обратимся к нашим друзьям и попросим, чтобы они обратились к своим. Именно тогда мы чего-то добьемся. По-другому, ребята, нет. Поверьте, пожалуйста, мои хорошие. Я люблю их, да, они мои дети. Но без вас, девочки, я бы никогда в жизни ничего не смогла сделать и создать им условия. Я из этой работы выполняю 1/3. А 3/3, ребята, делаете вы. 3/4, понимаете? Это ваша заслуга, что у нас собаки под навесом, что у нас собаки на настиле, что у наших собак есть стружка, то у наших собак вообще есть эта земля. Это вы, девочки, понимаете? Вы. Только мне кажется, вы не до конца осознаете, сколько вы делаете. Вы делаете столько, что мне и не снилось. Это ваша заслуга, девчонки. Я не умоляю, я не прибавляю. Я трезво оцениваю. Без вас, девчонки, ушастым было бы плохо. Благодаря вам, девочки, у них все в порядке. Я люблю вас, мои хорошие. И низко-низко кланяюсь вам в пояс. Искренне, от всей души, от всего сердца, с самым глубоким поклоном. Спасибо вам, девочки. Да спасибо вам, ребята. Спасибо вам, мои дорогие. Доброго вам здоровья. От всех моих ушастых желаю. Спасибо вам. Паша, ты снимала, да? Не, не снимала. Рыся! Рыся, девочка, рыся! Покажи, как ты ходишь, ой, моя солнышко. Рыся. Она за свою косточку дрожит. Девчонки, главное, чтобы все были вместе. Прошу вас, девочки. Вы знаете, когда вот это все подходит к концу, сердце так болеть начинает. Времени у нас нет, нас поджимает. Нам бы хоть навесы эти сделать, чтобы животных перевести. Просто сделать, успеть навесы. Девчонки, это очень тяжело, я понимаю, но прошу вас. Прошу вас, включитесь, а все, пожалуйста, всеми силами, кто сколько может. Девочки, вечернее кормление нашей кошачьей стаи. Кто-то уже поел, пошел на улицу. Кто-то укладывается спать. Кто-то уже стремится в одно интересное место. Итого, остальные продолжают ужинать. Итак, наша кошачья стая. Дети поправляются, но еще не все здоровы. Не все еще, ребята, продолжаем лечение. Поэтому
мотылька у нас малышня. Дай бог, чтобы все поправились. Самый главный рецидив мы уже убрали. Вот, мама с детем. Дитё уже подросло, но мама его все равно намывает. Намывает от всей души. Ребенок есть ребенок, а мама есть мама. Да, мои хорошие. Ты моя золотая. Видите, как мама ребенка моет? Да. Даже когда ребенок подрастет, он все время будет мамин. Ты моя золотая девочка. Она вообще замечательная мама. Она замечательная мама. И дети у нас замечательные. Детки у нас замечательные. Все, сейчас накушаемся, и все будет хорошо. Скоро будем прививать. Друзья, нам очень нужна кошачья прививка. Нам нужен трикат. Будем очень благодарны за помощь в покупке прививки. Пожалуйста, ребята. У детей выход на улицу, как я уже говорила. У нас там есть свет. Мы там убираем, там все делаем. Так что все в порядке. Сейчас будем давать таблеточки.